Озвучил Зозя. Если вы хотите получать эксклюзивный контент и иметь ранний доступ к новым роликам, то подписывайтесь на мой канал Boosty. Там вы сможете получить вкусняшки, которые не выйдут на Ютубе. Также подписывайтесь на Телеграм, группу ВКонтакте и второй канал Вайфу в голове с озвучками фанфиков по BTS и не только. Канал строго 18+, и для тех, кто любит аудиокнижки. И не забываем оставлять лайк и комментарий, потому что это помогает развитию канала. А когда лайков мало и комментариев мало, мне становится грустно. Поэтому подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Все ссылки в описании. Beyond the Story. За пределами истории. Глава 1. Сеул. Самый оживленный перекресток Кореи находится в сеульском районе Каннам, недалеко от станции Синса. Те, кто проезжает по мосту Ханнам через реку Хан в Каннам, обязательно проезжают через этот перекресток, прежде чем направиться в разные части района, такие как Нонхён, Чхондам или Абгуджон. При интенсивном движении водители могут десятки минут смотреть на светофор, ожидая своей очереди. Вот почему метро, вероятно, лучший способ добраться до станции Синса, если это ваш пункт назначения. Но если ваш пункт назначения находится конкретно где-то рядом с выходом 1 из станции Синса, то это немного другая история. Например, если вам посчастливилось направиться к зданию Чонджу, в котором в 2010 году размещался Big Hit Entertainment, позже известное как Хайп. Сеул, Каннам-гу, до Сандаэра 16 гиль. Окончание названия улиц зависит от расположения, гиль расходящаяся. 13-20. Даже зная адрес, нелегко найти здание Чонджу, если вы никогда там не были. Согласно приложению Kakao Map, расстояние между этим зданием и выходом 1 составляет 568 метров. Но по карте невозможно определить, что здание находится в конце крутого склона, и что для этого, чтобы достичь его, не требуется несколько поворотов на этом пути. Если вы не едете туда с помощью GPS-навигации, вам может потребоваться некоторые усилия и блуждание по окрестностям, чтобы его найти. Я был в растерянности. Это был Чон Хасок, который дебютировал спустя 3 года в качестве J-Hope из BTS, после подписания контракта на стажировку с Big Hit. До этого в апреле 2010 года он стажировался в своем родном городе Кванджу. И когда компания приказала ему приехать в общежитие для стажеров в Сеул, он прибыл туда 24 декабря 2010 года. «Я был так напуган. Это происходило в канун Рождества, и на улицах находилось очень много веселых людей. Я никогда не мог сориентироваться». Хасок никогда не ездил в сеульском метро и не встречал сочельник в модном Синсадонге. Это был район с интенсивным пешеходным движением даже для Сеула, но неуловимое расположение общежития было таким же пугающим для него, как переполненное метро или незнакомый вид района Синса. «Я продолжал повторять. Это расстраивает». И в конце концов позвонил руководителю менеджмента. Спрашиваю: «Итак, как мне туда добраться?» После звонка он продолжил идти прямо и, наконец, прибыл. Это был тот самый день начала его жизни в общежитии, которого он ждал с нетерпением несколько дней, и который он все еще помнил спустя 10 лет. Однако в тот день его ждало потрясающее. «Шуга был там в нижнем белье. В раковине валялись объедки, на полу было разбросано белье, и все ходили в трусах. Я полагаю, это и есть жизнь в общежитии». Big Hit Entertainment. Примерно за полтора месяца до этого, в начале ноября, Мин Юнги, которому предстояло дебютировать в роли Шуги из BTS, прибыл на станцию Синса, выход 1, и искал общежитие. «Мои родители высадили меня у ресторана Юджон, рядом со зданием Чонджу. Там была тренировочная студия. Я стоял там, пока не вышел педдок и не отвел меня внутрь. Родители позже сказали мне, что я выглядел так, словно меня куда-то тащили». В то время Шуги было 17 лет. Он был слишком молод, чтобы покинуть свой родной город Тэгу, и приехал в Сеул только потому, что хотел сделать музыкальную карьеру. Но в Корее трудно стать мейнстримным артистом, если ты случайно не оказался в Сеуле. «Я был в танцевальной команде в Тэгу, и там была студия, в которой я работал. Но пирог был просто слишком мал. Я думал, возможно, время от времени у нас будут какие-нибудь мероприятия. Иногда нам платили за наше выступление билетами, а не деньгами. Не то чтобы мы делали это ради денег, но я задавался вопросом, должны ли мы были получать хотя бы столько, чтобы купить еду, а часто нам не платили даже этого.
К тому времени, когда Шуга пришел в Биг Хит, он уже был высокооплачиваемым автором песен, работающим в Тегу, посещал музыкальные школы, чтобы научиться меди, познакомился с композиторами и переходил из студии в студию, выполняя всевозможную работу. В то время в Тегу не было средней школы искусств, поэтому какое-то время он изучал классическую музыку с прицелом на поступление в высшую школу искусств. Таким образом, он учился многим видам музыки у разных музыкантов, сочиняя ее. От школьных песен до трота. Но для подростка, мечтающего о карьере профессионального музыканта и особенно одержимого хип-хопом, его перспективы за пределами Сеула были невелики. В то время хип-хоп не был очень популярен в Тегу. Это было тогда, когда люди высмеивали рэперов, называя их «воинами хип-хопа». И когда хёны, с которыми я создавал музыку, делали сайфер в надежде собрать в парке хотя бы 20 зрителей. Но, увы, их оказалось 2 человека. Оглядываясь назад, Ли Юнги был довольно разумный выбор – отправиться в Сеул. Действительно, Шуга и Джей Хоп сознательно приняли решение участвовать в процессе прослушивания на айдолов. Прежде чем присоединиться к Big Hit Entertainment в качестве стажеров, Джей Хоп проходил прослушивание в других компаниях и уже мечтал дебютировать в качестве певца к тому времени, когда его танцевальный партнер Хагвон порекомендовал его на прослушивание в Big Hit. Поскольку корейские айдол-группы в нулевых годах приобрели популярность не только внутри страны, но и за рубежом, подростки, стремящиеся к славе, стекались в знаменитые танцевальные хагвоны, которые не только обучали танцам, но и знакомились с развлекательными компаниями Сеула. Первоначальное обучение Джей Хоупа было передано на аутсорсинг в Кванджу, прежде чем он поступил в сеульское общежитие. Знаменитые люди из АР приехали в Кванджу и лично были на прослушиваниях. Я танцевал для них, а затем 8 месяцев тренировался после того, как успешно прошел прослушивание. Раз в месяц во время тренинга я снимал видео, на котором я танцую и пою, чтобы отправить их в компанию. Тем временем Юнги, который уже был профессиональным автором песен, заинтересовался конкретным человеком из Big Hit. Мне всегда нравился автор песен Бан Шихёк. Мне очень понравились песни Таара, Like the First Time. И я узнал, что их написал он. Тогда его не показывали по телевидению или еще где-нибудь, но он уже был известен как автор песен среди знающих людей. Для подростков с ограниченными инсайдерскими знаниями об истории развлечений, доверяющих компании, рекомендованный «Once Dance Hagwon» или «Пойти на прослушивание, потому что там случайно работал любимый автор песен», было лучшим решением. Еще до невероятного успеха BTS Big Hit в 2010 году уже была уважаемой компанией, более чем достойной того, чтобы стать компанией мечты молодого музыканта. Бан Шихёк, нынешний председатель HYBE, основал Big Hit в 2005 году, и к тому времени, когда Джей Хоп и Шуга подписали контракт, он выстроил череду успешных артистов, как Like 8, GM и Tuam. В частности, песня «I Die», сочиненная Шихёком, стала массовым хитом, который вознес команду к превосходству. Big Hit вряд ли была бы мелкой сошкой в сложившейся ситуации, имея стабильно успешных артистов и владельца главного продюсера компании, хорошо известного своей способностью стабильно выпускать хиты. Но команда, которую Big Hit пытался создать в то время, состояла из таких стажеров, как Шуга и Джей Хоп. Командой, которой предстояло стать BTS, оказались чем-то вроде нового вызова для Бан Шихёка. Создание айдол-группы похоже на постановку голливудского блокбастера. Все сводится к единому усилию, включая капитал, планирование, рекламу и пиар, и даже ценность бренда самой компании. Несмотря на это, конкуренция в индустрии была настолько высокой, что только около 5 групп мальчиков и 5 групп девочек за 10 лет можно было считать успешными. Большинство из этих популярных групп происходили из так называемой Big 3 SM Entertainment, UG Entertainment и JUP Entertainment. Эти компании, как и крупнейшие студии Голливуда, обладали львиной долей капитала и ноу-хау. Лейбл JUP был тем, кто руководил всем от обучения до запуска. Вот почему для Big Hit процесс подбора актеров, обучения и запуска был совершенно новым. И само собой, весь этот процесс был гораздо более сложным и дорогостоящим, чем просто запуск баладир. Айдол-группам требуется одновременное овладение песней и танцем на сцене, и всему этому их нужно обучать. А это значит, что потребуется достаточно места для занятий, чтобы обучить множество исполнителей вокалу и танцам. Для таких, как Шуга и Джей Хоп, которые уехали из дома, а также всем, кто проявляет высокий потенциал и, следовательно, считается близким к дебюту, необходимо предоставить комнату и питание.
Чтобы подготовить айдол-группу к дебюту, требуется не только офис для самой компании, но и помещение для всего вышеперечисленного. Вот почему Джей-Хоп мог быть ошеломлен тем, что он увидел в канун Рождества, когда он впервые вошел в общежитие. Ёлка. 9 июля 2023 года в 23:45. Big Hit была крупной компанией в индустрии развлечений, которой Джей-Хоп мог доверить развитие своего таланта. Но в некотором роде она была ближе к тому, чтобы стать стартапом с административными офисами, студиями звукозаписи, расположенными в тесных помещениях на втором этаже. Бан Чхи-хёк использовал одну из этих крошечных комнат для своей творческой и административной работы, включая встречи. Она была настолько маленькой, что в ней могло поместиться не более 3 человек, и этому 3-му человеку пришлось бы сидеть на полу. Вместо того, чтобы собрать всех стажеров в одном здании, он арендовал помещения для тренировок и жилые помещения вокруг Чонджу. Этих помещений, как и офисов, было достаточно только для выполнения самых основных функций, что становится очевидным, если сравнить видеозаписи репетиции Чонгука с 02.13 с танцевальными кадрами BTS, снятыми в Hype штаб-квартире. В 2013 году у Big Hit явно было все необходимое, и даже больше для компании их размера. Но по сравнению с «большой тройкой» у них с таким же успехом могло не быть ничего. Единственное, чего в Big Hit было много – это людей. К примеру, там было около 15 стажеров мужского пола, соперничавших друг с другом, чтобы стать BTS. А в какой-то момент 20 стажеров соревновались за то, чтобы присоединиться к женской группе «Glam», которая дебютировала за год до BTS. И важно отметить, что у Big Hit также был продюсер и создатель контента Бан Чхи-хёк, продюсер Пит Дог и режиссер-постановщик Сон Сун Дык. Но для двух подростков, приехавших в Сеул из Тэгу и Кванджу, первое, что произвело большое впечатление, был тот факт, что там было много подростков их возраста со схожими интересами. Юнги помнит. «Я пошел в студию звукозаписи, а там был Рэм, Supreme Boy и другие стажеры. Мы все были очень взволнованы и просто разговаривали о музыке». Рэм, который впоследствии стал лидером BTS, провел свою юность как Ким Нам Джун в городе Ильсан, провинции Кенги. «Город был так хорошо спланирован, когда его строили. И все зеленые места оказывали эмоционально успокаивающее воздействие. В городе находился парк озера Ильсан, до которого было легко добраться любому, кто жил поблизости. Жилые районы представляли собой в основном комплексы, и там были две большие коммерческие зоны – Ла Феста и Вестерн Дом. Город был спланирован с самого своего основания, с безупречно обустроенными дорогами и объектами инфраструктуры. Большую часть недели весь город был просторным и мирным, а два коммерческих района становились более оживленными и праздничными с вечера пятницы до конца выходных. Место, где царит чувство комфорта. Здесь немного городской серости и скучающих людей, но нет высоких зданий или больших корпоративных офисов, что облегчает обзор неба. Созданы отличные условия, чтобы сконцентрироваться на своем. Это не сельская местность, ну, мне так кажется». Находясь недалеко от Сеула, Ильсан был не таким большим и шумным, как столица, что стало фактором, побудившим РМ открыть для себя хип-хоп. Он начал выходить в интернет и узнавать о рэпе через нас и документальные фильмы хип-хоп-исполнителей на Ютубе, попутно изучая английский. Но вне сети жизнь ученика средней школы Ким Нам Джуна была несколько далека от хип-хопа. Это было примерно так же, как было расстояние между Ильсаном и Сеульским университетом Хонгик. Если Ильсан и давал какое-то преимущество, то это был факт, что Синчхон и Хонде были рядом. Всего в нескольких минутах езды на автобусе. Моей мечтой было выступать в таких местах, как Драк или Geek Lifehouse, которых больше не существует. И, возможно, позже в более крупном месте, таком как Роллинг Холл. Это место могло вместить 500 человек. Поездка на автобусе из Ильсана в Хэндо заняла чуть меньше часа. Но если выходные в Ильсане означали, что семья из 3 или 4 человек прогуливается вокруг озера в парке, то выходные в Хэндо и Синчхоне означали рэперов и начинающих рэперов, и их аудитория, собиравшаяся в клубах. Когда РМ принял решение пройти прослушивание у хип-хоп-лейбла Big Deal Records в 2009 году, чтобы стать профессиональным рэпером, это не означало, что он будет просто ездить туда и обратно на автобусе между Ильсаном и Хонде. Это означало прыжок в мир, который он видел только онлайн. Мир, совершенно отличающийся от города, который он так сильно любил. Он говорил: «Это большая честь родиться в Ильсане». Но только место, куда он в конечном итоге прибыл, было не Хонде, а Каннам.
Я сделал первую запись, так что на моем втором прослушивании должен был выступить с артистами, которые дебютировали. Но я перепутал слова и думал, что для меня все кончено. Но что интересно, друг рэпера Слипи из хип-хоп-дуэта Untouchable, случайно придя на автопати, упомянул, что Слипи недавно заинтересовался творчеством РМа и взял его номер телефона. Слипи сказал, что видел меня на прослушивании, и это произвело на него впечатление. Поэтому он заговорил обо мне, и я дал свой номер его другу, чтобы тот передал ему. После мы писали друг другу электронные письма. Так случилось, что Слипи был старым другом Пидок, и когда Пидок спросил его, «Ты знаешь каких-нибудь молодых рэперов?», он порекомендовал меня. Затем последовал звонок, показанный в A Common Trine Christmas, опубликованный в преддебюте BTS-блоге. Деревенщина из Ильсана, который попал в топ-1% по всей стране. Внезапный звонок во время промежуточных экзаменов. Слипи позвонил РМу и спросил, «Эй, ты знаешь этого парня по имени Банши Хёк?» РМ, который набрал высший процент на своих национальных пробных экзаменах, Шуга, который писал песни с 12 лет и уже в старших классах был профессиональным музыкантом, и другие стажеры в общежитии, которые проходили прослушивание в Big Hit в качестве рэперов и фанатов хип-хопа. Для всех них жизнь в общежитии имела решающее значение для их развития в музыкальном смысле, особенно если их музыкой были хип-хоп и рэп. По словам Джей Хопа, «Это был рэп-притон, логово рэпа». На момент своего прослушивания Джей Хоп вообще не умел читать рэп. Он исполнил «Black Happiness» Юн Марис для рэп-части, но чувствовал себя недовольным этим. Он боялся, что провалил прослушивание. Для Джей Хопа события в общежитии стали настоящим культурным шоком. Он вспоминает. «О, как только ты входишь в это общежитие, дети просто начинают читать тебе рэп в стиле фристайла. Я не мог сделать ничего из этого. Каждые выходные компания снимала, как мы исполняем рэп в стиле фристайла, но потом они возвращались в общежитие и продолжали ставить биты и исполнять рэп. Общежитие было переполнено хип-хопом. Подпевания под такие песни, как Black and Yellow, раздавались посреди ночи». Те дни в общежитии, когда хип-хоп был работой, развлечением и жизнью в одном флаконе для кучки подростков, сыграют важную роль в формировании идентичности BTS в ближайшие годы. О хип-хопе и особой связи группы J-Hope сказал бы: «Ты не мог не читать рэп в такой обстановке. И все там так подбадривали меня. Я расспрашивал их о всевозможных вещах в рэпе, изучал их и просто многому научился». Хотя Джей Хоп был новичком в рэпе, наполненная битами жизнь в общежитии быстро заставила его влюбиться в хип-хоп, что также позволило ему завязать дружбу со своими коллегами-стажерами. Место, где рэперы и танцоры, которые сейчас читают рэп, собирались, чтобы стать профессиональными музыкантами, это было то, что Джей Хоп называет первым сезоном их жизни в общежитии. Сезон второй начался с прихода Чонгука. Сезон второй. Когда BTS начал формироваться, стажеры Big Hit были разделены на две группы. Первой была группа стажеров с высоким потенциалом, которые, казалось, были готовы к своему дебюту. А вторая состояла из стажеров, чей дебют еще не был подтвержден. RM, Suga и J-Hop были в первой. «Я подумал, ух ты, я тоже хочу там быть, потому что я пришел сюда из-за рэп-монстра». Чонгук, как известно, был приглашен Big Hit в 2011 году на одно из прослушиваний для Superstar K3. Телевизионной программы прослушиваний на Mnet. Но история о том, как ученик средней школы Пусана по имени Чон Чонгук решил прийти в здание Чоджу в Сеуле, немного сложнее. Он уже получил визитные карточки от семи компаний во время прослушивания Superstar K3. «Никто на самом деле не сказал мне, почему они хотели подписать со мной контракт. Я помню, одна из компаний хотела, чтобы я пришел на прослушивание в гостиничный номер рядом с местом прослушивания Superstar K3. Они хотели снять видео, где я пою». Первой причиной, по которой Big Hit удалось превзойти все шансы и заполучить Чонгука, был, как ни странно, звездный кастинг MBC «The Great Breeze», прямой конкурент Superstar K. В этом шоу Банши Хёк был показан в качестве наставника для претендентов на прослушивание. Чонгук говорит: «По словам моего отца, Банши Хёк был знаменит, и он предложил мне попробовать поступить в его компанию». Точно так же, как RM использовал интернет, чтобы узнать о рэп-исполнителях, Чонгук искал в интернете дополнительную информацию о Big Hit. И он узнал о стажерах-рэперах, которые готовились к своему дебюту, включая RM, чьи рэп-видео были доступны на Ютубе. Чонгук говорит: «Рэп Хёна был великолепен, а его английский настолько впечатляющим. И я сказал, вот куда я пойду.
Но когда он проходил прослушивание в Superstar K3, Чунгук не был уверен, что хочет быть певцом. Спорт, искусство, музыка. Я был довольно хорош в искусстве и спорте, что заставило меня задуматься. Может быть, именно в этом мои способности? Когда я размышлял заниматься спортом или искусством, я подумал, почему бы не попробовать стать певцом? Это была работа, которую многие люди оценили бы по достоинству, поэтому я прошел прослушивание. Это была не шутка, но я не беспокоился. О, а что, если я потерплю неудачу? Встреча с рэп-монстром, с которым Чунгук познакомился через поиск в интернете, а также множество других рэперов в общежитии, куда он в конце концов поступил, были для него все равно, что открывшийся перед ним новый мир. С его первого дня там, в июне 2011 года, у парня было ощущение, что у него появилось сразу несколько старших братьев. Чунгук вспоминает. Хасак возвращался очень поздно, доставал еду из холодильника и съедал ее, при этом спрашивая меня «хочешь немного?». И Хёну повсюду брали с собой своего нового младшего брата. Чунгук смеется, вспоминая. «Вскоре после того, как я въехал в общежитие, один из Хёнов подшутил. Он утверждал, что любой, кто только что въехал, должен был купить всем бенсу. Я так и сделал, мы съели это все вместе». Три Хёна, которые ходили на прослушивание, чтобы осуществить свои мечты. Младший, который прошел на прослушивание и стал стажером после того, как его вдохновили такие Хёны. Эта небольшая разница в поколениях предвещала, что мир вот-вот изменится, не только для Чунгука, но и для стажеров-рэперов. Этот сезон второй, на который ссылается J-Hope, был прелюдией к айдол-сезону. Для будущих участников BTS айдолы наряду с хип-хопом и их связью друг с другом стали еще одним краеугольным камнем их идентичности. Каждый на своем месте. Путешествие Ви из его родного города Тэгу в здание Чонджу осенью 2011 года также прошло не совсем гладко. Нас ограбили водители такси. Мы с папой сели и заплатили 38 тысяч вон за проезд от автовокзала «Экспресс» до станции Синса. Я отчетливо помню, что мы миновали три туннеля. Я до сих пор помню, что сказал таксист, когда мы выходили. «Будьте осторожны, многие люди здесь пытаются заставить клиентов сесть в такси премиум-класса, чтобы обобрать вас». Момент, когда Ви впервые вошел в общежитие, был подобен попаданию в новый таинственный мир. Ви помнит. Чунгук был на уроке, поэтому его не было дома. А J-Hope и Рэм и Шуга были там. Ви не думал, что его ожидания изменятся. Он говорит. «Я полагал, что не буду с ними в одной команде. Они трое любят музыку и занимаются хип-хопом. И я думал, что я просто тот, кто живет здесь с ними». Ви, первокурсник средней школы, стал стажером в Big Hit всего через 6 месяцев после того, как начал брать уроки танцев. С тех пор, как он спел на сцене шоу талантов в начальной школе, он хотел стать исполнителем и играл на саксофоне с первого класса средней школы с целью поступления в высшую школу искусств. Но танцы были тем, чему он учился в Хагвоне за 6 месяцев. Вот почему у него не было намерения проходить прослушивание, когда команда HR из Big Hit приехала в Тэгу на свой танцевальный Хагвон, чтобы найти новых учеников. Компания приехала из Сеула и заставили меня туда пойти. Они прослушивали только тех детей, которые ходили в Хагвон 2-3 года, и когда один из сотрудников HR указал на меня и сказал: «Можно нам посмотреть, как танцует этот парень?», я согласился. Примерно в то время, когда Ви поступил в общежитие, Рэм, Шуга и J-Hope уже работали в студии звукозаписи, предоставленной Big Hit. Они уже публиковали песни в блоге BTS до своего дебюта, накопив достаточно опыта в рэпе, продюсировании и танцах. Они вели долгие дискуссии на эти темы. Шуга, в частности, отчаянно стремился дебютировать. Отец раньше ненавидел людей, занимающихся музыкой. Но как только я сдал свое прослушивание и начал появляться на афишах, он часто хвастался мной. Что навело меня на мысль, что мне лучше поскорее дебютировать. Даже если бы я не смог добиться успеха, я хотел дебютировать. Напротив, Чунгук и Ви начали серьезно заниматься вокалом и танцами только тогда, когда поступили в общежитие в 2011 году. Для Ви трио RM, Шуга и J-Hope уже были артистами. Ви вспоминает. «Три Хёна были так хороши в музыке, так преданы своей работе, и они казались мне экспертами. Я был просто счастлив быть стажером рядом с ними». Поскольку Ви только начал в качестве стажера, перспектива дебюта казалась ему очень далекой. Но всего 6 месяцев спустя, когда Чимин в мае 2012 года приехал из Пусана, остальные, включая Ви, поразили его тем, что он был готов дебютировать немедленно. Чимин вспоминает. «Я был очень застенчив и нервничал. Я дрожал. Я пришел в общежитие, а в прихожей было так много обуви. Обувь заполняла всю квартиру.
Но даже это было действительно круто. Вышли Хёна, и они были стажерами, но уже казались мне знаменитостями. РМ, в частности, выглядел именно как знаменитость, а Ви был таким классическим айдолом. Действительно красивый. И в красной кепке. Ёлка, 9 июля 2023 года, в 23:53. Стажеры, увиденные глазами Чимина, уже выступают в свой сезон кумиров. Рэперы, которые жили под влиянием хип-хопа, танцор, на которого они повлияли, чтобы он написал свои собственные рэп-тексты, вокалист, который только учился танцевать, и самый молодой, проявивший потенциал как в песне, так и в танце. Чимину было трудно представить, что такие разрозненные таланты когда-либо соберутся вместе в одну комнату. «Я был убежден, что Хёна дебютирует первыми как хип-хоп-группа. Я решил, что не буду с ними в одной команде. Они трое любят музыку и занимаются хип-хопом. И я думал, что я просто тот, кто живет здесь только с ними». Но приезд Чимина был предварительным просмотром того, как планирование их группы пойдет в другом направлении. Если бы они вместе стали айдол-группой, Чимин присоединился бы к Джей-Хоупу в качестве одного из главных танцоров, но привнес бы в команду совершенно другой колорит. До того, как он приехал в Сеул, Чимин уже провел свои подростковые годы в танцах. «У нас был клуб по брейк-дансу после школы. Я помню, как группа парней просто собралась вместе и сказала: «Эй, хочешь попробовать это?» А потом это превратилось, а должны ли мы этим заниматься на самом деле? Мы собирались попрактиковаться по субботам, когда у нас не было занятий в школе. А потом мы устраивали настоящее представление. Вот тогда я и почувствовал этот трепет. Я полностью влюбился в танцы». Главным критерием выбора школы для Чимина было «место, где я могу научиться танцевать». И, надеясь познакомиться с большим разнообразием танцев, он специализировался на современном танце в Пусанской средней школе искусств. Своим родителям он объяснил, что хочет научиться танцевать в Пусане, пройти прослушивание и переехать в Сеул. Первые впечатления... «Я подумал, ну, Сеул – это то же самое, что и Пусан. Типа, и это все? Я приехал со своим отцом, потому что переводился из одной школы в другую». К сожалению, Чимин тоже стал жертвой таксиста-мошенника. «Это может занять всего 15 минут, чтобы добраться от экспресс-автобуса до офисов компании. Но это заняло более получаса. Я взял такси, потому что не был знаком с линиями метро, а оплата вышла очень высокой. Мой отец поехал со мной в Пусан, но в тот день, когда я поступил в общежитие, я приехал в Сеул один. И вот тогда я впервые встретил Джей Хоупа, который приехал за мной». «Вы мистер Пак Чимин?» – сказал старший. Хасок до сих пор вспоминает тот момент, когда он впервые встретил Чимина. «Вот так мы впервые поздоровались. Чимин? Мистер Пак Чимин?» «Вот так, мы поздоровались и поговорили по дороге в общежитие. Я спросил его, танцевал ли он. Да, я танцевал поппинг. А я сказал: «Эй, ты тоже танцуешь на улице? Я надеюсь, что мы сможем помочь друг другу». Что-то в этом роде. Это был несколько неловкий разговор». Нелегко представить рэпера со сцены Хонде и специалиста по современным танцам, который начинал как брэкдансер, занимающийся музыкой в одной команде. Но примерно 8 лет спустя, в начале 2020 года, BTS объединят элементы обоих дисциплин в Black Swan. Такие слияния контрастирующих талантов иногда происходят в индустрии, где айдол-группы обычно состоят из представителей различных профессий, таких как рэпер, танцор и вокалист. Еще более при разнообразных личностях участников это становится пробным камнем, который позволяет их поклонникам эмоционально погрузиться в персонажей и музыку, при условии, что изначально была сформирована гармоничная команда. Команде, возглавляемой группой андеграундных рэперов, в которую входил ученик средней школы, только что приступивший к занятиям, требовалось нечто более, чем просто совместное проживание, чтобы сплотиться в группу. Им нужна была некая форма химии. Жизнь стажера в общежитии. «Я был одурачен». Джин смеется, вспоминая свой кастинг «Биг Хит» весной 2011 года. То, что обещал ему тогда работник, ответственный за подписание контракта, технически так и не осуществилось. Джин продолжает. «Посмотри, как айдолы в наши дни становятся актерами. Мы позволим тебе в конце концов стать актером». Вот как они убедили меня. Они были очень убедительны. Действительно, примерно в то время не было ничего необычного в том, что участник айдол-группы одновременно работал актером. В то время как некоторые члены специализировались на пении и танцах, другие были более известны тем, что появлялись в шоу или дорамах на телевидении, привлекая аудиторию за пределами рынка айдолов. По мере того, как корейский рынок айдолов расширился с ростом популярности BTS и все больше артистов начинали выступать за рубежом, все меньше айдолов решались на актерскую карьеру.
Джин, во-первых, был слишком занят стадионными турами по всему миру с BTS, что, естественно, заставило его сосредоточиться на своей работе как музыканта. Но многие айдолы и по сей день продолжают петь и сниматься одновременно. Джин поступил в университет на специальность «актерское мастерство». Его интерес к музыке айдолов возник из-за любопытства к художественной деятельности в целом. «Мне действительно нравилось пробовать разные вещи. Я подумал, что смог бы получить разнообразный опыт, если бы был айдолом и актером одновременно». Смеясь, он добавляет. «В реальности были другие планы». До тех пор, пока он не стал стажером в популярном шоу-бизнесе, у Джина было счастливое, довольно спокойное воспитание. Сам Джин описывает свое детство в Кванчхоне, провинции Кенги. «Я мог бы просто спуститься на игровую площадку, где тусовались мои друзья. Если бы я когда-нибудь захотел с кем-нибудь поговорить, я бы просто позвонил им и сказал: «Здравствуйте, я такой-то». Все дети по соседству дружили, и наши родители тоже. Идя по улице, вы сталкивались с кем-то, с кем здороваетесь каждые 5-10 минут». Даже переезд из Чхванхона в Сеул не сильно изменил его жизнь. Родители однажды предложили ему поехать за город и попробовать жизнь на ферме. «Родители сказали: давай попробуем разное, чтобы посмотреть, к чему у тебя есть способности. И что мои родственники были фермерами, так почему бы немного не попробовать себя в сельском хозяйстве? Вот так я и оказался на выращивании клубники и дынь в течение месяца. После этого мне еще долго не хотелось их есть». На этом демоверсия аудиокнижки заканчивается. Полностью книжка выйдет сначала только у меня на Бусти, а после уже будет выходить на моем канале с фанфиками «Зозя. Озвучка фанфиков. В скобочках вайфу в голове». Все ссылочки вы сможете найти в описании к видео. «Зозя. Озвучка фанфиков по BTS и не только». Подписывайся и слушай качественную озвучку. А также не забывай подписываться на паблик ВКонтакте. На случай, если YouTube заблокирует, контент будет публиковаться там. Также не забывайте оставлять лайки, комментарии и подписывайтесь на канал «Озвучка Зозя».